Сегодня день участкового. Югре свой профессиональный праздник отмечает более 400 уполномоченных полиции. За этот год они раскрыли более 2500 преступлений. Эти блюстители порядка несут службу и в выходные, и в праздники, оставаясь с гражданами на связи. К слову, югорчане могут обратиться за помощью в 176 участковых пунктов полиции. В одном из них побывал Иван Рябцев. Так, Владимир Анисимович, когда вы освободились? Я освободился 10 ноября. 10 ноября 2017 года, да? За что отбывали наказание? Я отбывал наказание по 158 части 2. Первым, кто сегодня заглянул на опорный пункт Руслана Зайнуллина, стал Владимир Грозный. Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы и пришел вставать на положенный в таком случае учет. С процедурой снятия отпечатков пальцев, как и с самим участковым, он уже хорошо знаком. Участковый? Он нормальный человек. Относится по-человечески. Нет-нет, помогает в чем-то. Когда трудную минуту, он помогает всегда. Плохого я за его ничего не могу сказать. А на пороге тем временем уже появился еще один посетитель. Жительница соседнего с опорным пунктом дома пришла поговорить по душам. Здравствуйте, Галина Николаевна. Представьтесь, ну как у вас отношения с соседями складываются? Да так, нормально. Вроде бы никто сейчас не шумит, ничего, но на днях было. Обращается Галина к своему участковому нечасто, но ни одно из обращений без внимания не остается. Даже не в рабочее его время, у нас есть его как сотовый телефон, как считается, как личный. И обращаемся, если возможно, там приедет обязательно. Если бы вот была пятибалльная система, на сколько баллов, по-честному, оценили бы работу своего участкового? Ну, пятерку дала бы я ему. Главное, как считает участковый в его работе, это терпение и понимание. За месяц к нему поступает около сотни обращений. В основном сургутяне жалуются на шумных соседей и на проблемы в семье. Работы у полицейского, мягко говоря, хватает. Но объемы Руслана не пугают. Придя 10 лет назад работать в органы, полицейский о своем выборе не жалеет. Самое главное в нашей работе – это трудолюбие, терпение, человечность. Выслушать каждого гражданина. Вникнуть в ситуацию и постараться ему помочь. Я с жителями района стараюсь строить доверительные отношения, почти приятельские. То есть они делятся со мной своими проблемами, а я прошу их помочь в сложившейся общей проблеме нашего района. Такие же добрососедские отношения с жителями только в Сургуте ежедневно выстраивают более 50 участковых. При этом, не считая со своим личным временем, без перерывов на обед и выходные. Многие и сегодня в свой профессиональный праздник. Поздравляю участковых уполномоченных полиции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре с 94-й годовщиной образования службы участковых уполномоченных полиции. Хочется пожелать профессионального становления, благополучия в семьях и спокойствия на административных участках. Кстати, если вы еще по какой-то причине не знакомы со своим участковым, сегодня есть прекрасная возможность это сделать, а заодно поздравить с праздником и поблагодарить за работу. Иван Рябцев, Рашид Латыпов, телекомпания «Югра», Сургут.